Стадион Камп Ноу. Барселона возвращается на домашнюю арену после, ну, получается, уже трехмесячной паузы. Сегодня игра у лидера Ла Лиги с Леганесом, командой, которая борется за выживание. Последний раз Барса с Леганесом встречались в рамках Кубка Испании в нынешнем сезоне. И Барса тогда победила уверенно со счетом 5-0. И, да, музыканты Большого театра Лизеу играют песню «Птиц» в память о жертвах COVID-19. Ну и на трансляции. Лионель Месси делает пас на Фирпо. Месси был признан героем матча против Мальорки. От вылета 61 год. Ну, зону передачи направо выполнил. Прострел. Пропускает мяч. Нарушение правил. Кайто Эрасо. Промедлил. Еще удар. Вот это момент. Леганес мог сейчас выйти вперед на один конца этого сезона. Ох, момент, еще один. Кажется, что здесь не было офсайда у Герреро. Это вот второй. Очень опасно может получиться сейчас. Артур. Месси. Нарушение правил. Подача. Может, со стандарта Барса что-нибудь. Подача, рикошет. Гризман. Нет, успевает на выходе сыграть Вичи Куэльер. Гризман, нет, не успел. Тич подает. Гризман головой. Мимо. Но первая попытка сыграть вот так, да. Длинный перед. По игре в атаке вовсе слабый. Ну и в обороне две руби. Ничья дома, поражение в гостях. Месси рывок сделал, но эта карточка железна. Должна быть показана она Бустинсе. Он согласен, он извинил. Между игроками, да. Свободных зон по центру практически нет. С правой крутит. В центр штрафной. Могла получиться неплохая скидка на дальнюю штангу. На линии штрафной. Фатиго! 1-0. Ансу Фати. Первым ударом забивает. Юный барселонский талант. Смотрите, как он уверен в себе. Роберто. Месси головой. Нет, не попал. Но в прошлом туре забил правой. Здесь мог головой. Поле. Разыграли футболисты Леганеса. Может, конечно, Месси пробить. И он бьет. Месси. Заброс на Суареса. Прошла передача. Прострел. Гризман. 2-0. Барселона. Гениальное решение Месси. Прострел Севеду. Гол Гризмана. 2-0. Вскрыл оборону соперник. Рубен Перес, Месси, падение, пенальти. Ну что ж ты будешь делать, а? Пытались как? 2-0 Барселона. Лео Месси. Сам пенальти заработал. Сам его исполнил. Сам удвоил преимущество Барса. Сдержанная радость. Хотя открывается Суарес. Видит все это Видаль. Проведут матчи со зрителями. Удар Ракитича. Неточный. Оп, неплохой момент. Возникает Карильо. Момент номер 3. У Леганес.